Для выпускников отзвенел последний звонок. Подростков поздравил вице-губернатор Александр Говорунов. Вы полагаете, можно успеха дождаться? Я полагаю, что можно, но надо спешить. 11 лет назад Екатерина Луговая не подозревала, что будет вот так выступать на школьной сцене. Именно в гимназии девушка осознала, что хочет и может быть актрисой. Наверное, от этого ей так тяжело расставаться с любимой школой. Как шла в свой первый класс, помнит, словно это было вчера. Я шла с двумя большими бантами, с большим букетом цветов, который перевешивал меня, с рюкзаком. И шла как на праздник. Меня вели 11 класс, мне казалось, что так долго еще будет. А это все прошло так быстро, и даже не верится, что прошло 11 лет. Катюша была очень активной, смешной, с бантиками всегда ходила, всегда отвечала на уроках. Два класса, почти 40 человек. Поздравить выпускников пришли не только друзья и близкие, но и почетные гости. Химическая формула любого успеха, она всегда идентична химической формуле трудового пота. Не бывает золотых дождей, ничего не появляется из ничего. Все идет через труд, через желание. После последнего звонка выпускников ждут испытания, пора выпускных экзаменов. Педагоги уверены, их ребята обязательно наберут высокие баллы.